Здравствуйте, друзья. У нас подписчица канала «Дальневосточница» Светлана, молодая женщина, спрашивает. Вот, говорит она, влюбилась я в море. Как это произошло? Светлана работала на сезонной, видимо, работе там в море преподавателем. Уж я не знаю, кому она преподавала и что преподавала. Вот, но преподавала в море. И море ее, можно сказать, покорило. Ну и, соответственно, вопрос. Значит, Светлана говорит, ну вот я бы хотела все время работать в море. Но преподавательская работа, она такая, ну, непостоянная. Может быть, научиться чему-то более постоянному. Например, вот штурманом. И вы сразу, наверное, скажете, так первая мысль, ой, да это же не женское, наверное, дело штурманом-то, ё-моё. Но, тем не менее. И она присмотрела учебное заведение, и там 6 лет учатся на штурмана заочно. И получается такая фиговина, что, конечно, если женщина молодая и 6 лет учится, и, значит, ну хорошо, ну сколько ей будет? Ну, допустим, ближе уже к тридцатнику. И работу же надо еще найти. Это же не то, что вот там в советское время было распределение, да? Но опять же, я не знаю специфики как бы индустрии. И не могу судить про флот там, ничего сказать не могу. И кроме того, есть еще специфика как бы страны, что ли. Ну вот, допустим, если в Америке с возрастом человеку не так сложно там менять профессию, это как бы даже принято менять профессию и там искать работу и в 30, и в 40. Вот тут кто-то спрашивает, неужели, говорит, в Америке по-другому нанимают, вот там Facebook нанимает там 30-летних программистов. Кому нужны 30-летние программисты, когда все хотят взять молодых, высосать с них соки и выкинуть, и взять снова молодых, понимаете? А они нанимают 30-летних, я вам скажу, что у нас и под 60 были люди, которых тоже нанимали. Вот у нас в школе у меня есть такой опыт тоже. Я не хочу сказать, что это надо каждому бросаться туда, но я хочу сказать, что это не является чем-то абнормальным, так назовем. Так вот, что я хочу сказать, что я не знаю многих элементов, как бы важных для этого всего. То есть, скажем, знание индустрии подскажет многое. Понимание местной как бы культуры и системы найма тоже как бы должно добавить к этой картине. Но суть в чем? Значит, мое беспокойство личное состоит вот в чем, что вот, допустим, заканчивает человек институт, ну, молодой штурман, значит, выходит нам на рынок, ну, там, допустим, 28 лет, 30 лет, даже если это парень, например, а не девушка, но уже не так просто, это не то же самое, что в 22 штурман, но тут еще другой момент, но все-таки у нас же девушка, так, она же в какой-то момент в жизни она должна там и семью создать, и деток завести. И я, честно сказать, даже предполагаю, так из моего жизненного опыта, что там к 28-30 годам, тем более находясь в абсолютно мужском таком окружении, представьте себе, вот, да, если она в этом направлении движется, хотя она заочница, может быть, не так сильно, но все равно. Ну так а почему бы ей уже замуж не выйти? И даже если детей нет, ну куда же она там поплывет, а муж чего? Поэтому я бы сказал так, что с точки зрения такой чисто семейной, что ли, это вариант, мне кажется, он не жизнестойкий. Или любовь к морю тогда должна отогнать на второй, там, на третий план и семью, и детей, и так далее. Я уж тогда не знаю даже. Мне кажется, что это не очень успешный такой план, потому что в какой-то момент по жизни, тем более женщина, она скажет себя, а где же мои дети, а где же моя семья, а ради чего вообще это все? Значит, теперь, если мы отвлечемся от семейной стороны, а сконцентрируемся на сугубо профессиональной, я бы сказал так, что, наверное, большинство людей, как из самых общих соображений, скажут ей, да выкини с головы, да не надо тебе с этим связываться, да что ты, ё-моё, какая-то там у тебя нереальная, завиральная идея, да, такого быть не может. Потому что не должно такого быть, это неправильно. Или еще почему-то. Миллион причин. Люди, которые говорят, у тебя не получится, тебе не светят, у них всегда есть какие-то аргументы. Ну, видимо, для них самих это аргументы важные.
С другой стороны, мы тоже знаем, что люди, которые бьют в одну точку, какую-то цель поставили, и они действительно к этой цели, ну, не просто так идут. Знаешь, как маме дает сынок там 3 фотографии, ну, мамка, выбирай себе невестку. Понимаете, нет, когда он действительно, человек по-настоящему к чему-то привязан, я не вижу ничего уж такого фундаментально невозможного здесь. Другое дело, что начинается знание нюансов. Все-таки это ограниченная область. Ну, сколько там в стране там штурманов там должно быть, да, или там на вот этих вот судах, где она могла бы работать там в море. Понимаете, поэтому я бы, например, если пришел такую задачу, я бы пошел, посмотрел, может быть, есть какие-то форумы специализированные, где общаются люди, вот, работающие в море, то, что связано с морем. То есть они более тонко знают индустрию. Я бы посоветовался там, поспрашивал. И я думаю, вот что. Если такой вопрос задать на форуме, даже если вы придете на форум, например, там, где программисты собираются, и скажете, вот мне там 30 лет, я там преподаватель английского языка, хотел бы стать программистом, с чего мне начать? Я думаю, что и на таком форуме там 9 из 10 там скажут тебе... Не заморачивайся, вали отсюда, тебе не светит сейчас там и так далее. То есть это как бы вполне предсказуемое поведение. Потому что те, кто реально что-то могут, они на форумах, у них времени нет. А те, которые там тусуются, они, конечно, им обидно. Но вот, тем не менее, из, может быть, там 3 десятков там людей, которые что-то скажут, может быть, там 1 или 2 скажут что-то позитивное, конструктивное. Скажут, что вот да, можно вот это, можно вот то. Я бы уже с ними тогда дальше какой-то индивидуальный контакт, развивал, да, то есть в личке бы написал, вступил бы в какую-то переписку, может быть, в скайпе бы потрепался. То есть людей, которые ничего не знают, безумно много. Очень сложно найти тех, которые знают. И вот те, которые знают, они делают то, что остальные считают невозможным. Поэтому задача у Светланы, если она не откажется от нее и так далее, если это такая как бы серьезная, такая ответственная задача, то надо найти людей, которые подскажут, как провести. Поэтому я со своей стороны, конечно, ничего такого даже близко знать не могу в деталях, но если из самых общих соображений, потому что Света колеблется, она говорит, я не знаю, вот что мне делать, браться, не браться и так далее. Значит, надо себя спросить, потому что все упирается в то, что называется 100% коммитмент. Коммитмент – это когда ты на себя взял и тащишь, и не отказываешься, и не сбрасываешь. Вот, я не знаю, к сожалению, по-русски нет такого слова, которое было бы прямым переводом слова коммитмент. Но, понимаете, если, допустим, вот люди женятся, да, он и она, и коммитмент у него, допустим, там 99%, то я вас уверяю, будет где-то вот ситуация, в которой вот тот 1% вылезет, и брак этот развалится. Понимаете? И с ее стороны то же самое. Всякое начинание, где коммитмент не 100%, а даже 99%, имеет очень большой шанс на то, чтобы развалиться, потому что всякая серьезная задача требует, ну как сказать, серьезного пути. Понимаете, то, где серьезного пути нет, то и не ведет никуда. Поэтому, если ты берешься за сложный путь, который занимает там, ну, вот 6 лет, например, только выучиться, понимаете, а потом еще на ноги стать в профессии, найти первую работу сложную и так далее. Вот, если ты берешься за такой путь, у тебя обязательно будут моменты слабости, у тебя будут моменты как искушения, когда тебе скажут, смотри, брось ты вот это, а вот у тебя вот тут есть взамен вот там еще что-то. И это что-то может быть на самом деле для многих женщин окажется важнее, чем вот то, если вдруг любовь, если страсть, если, ну я не знаю, ну вот тут ты встретила человека, который твоя судьба, и что ты теперь должна... Променяешь его на что? Поэтому, что тут сказать? Много искушений, подводных камней, много такого, о чем ты даже не догадываешься сегодня. Хотя, вроде она съездила в море там преподавателем. Это совсем не то же самое, что штурманом.
Понимаете? Это совершенно другой уровень ответственности. Вот, поэтому, если нет стопроцентного коммитмента к этому делу, то, может быть, лучше и не связываться. Но тут есть тонкость вот какая. Я, как бы, и из литературы, и на собственном опыте тоже убеждался. Понимаете, вот есть идея у человека. Она, может быть, самая завиральная со стороны. Какая только может быть. Понимаете, вы говорите, боже, какой ужас, какая ерунда, какая чушь. Там, со стороны. А человека зацепило. И он хочет, и для него это важно. И если вы у него эту игрушку отберете и скажете, ты будешь заниматься вот этим, потому что это тебе не светит, или там обстоятельства, и он всю жизнь будет жить, и у него будет ощущение нереализованности от того, что он когда-то там вот не сделал того, чего хотел. Поэтому самое лучшее в этом смысле, это если вот тебя там, ну, тянет к чему-то, я в данном случае к морю, к работе на море. Если отказаться от этой идеи, то самое лучшее, это дать человеку, чтобы идея сбылась, чтобы он добился того, чего он хочет. Тогда он может сказать себе, я поменял свое отношение к этому делу, я принял решение, и я теперь двигаюсь вот к другой цели. Тогда он абсолютно самодостаточный, у него все хорошо в жизни, он шел, он сделал, цель поменялась, идет дальше, нормально все. Если его вышибли, искусственно вышибли, если что-то не состоялось, не потому что он так решил, а потому что его обстоятельства или другие люди, что-то его отбило от этого, вот тогда плохо, тогда это начинает тебя тяготить. И вот есть фраза, приписывают Марксу, я не знаю, там, Маркс, не Маркс, но он говорит, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Мне очень нравится эта фраза. С прошлым, понимаете, с настоящим тяжело расстаться. С прошлым мы все обхохочемся, понимаете? Мы обхохочемся и легко расстанемся с прошлым. Но оно же должно стать прошлым для начала, понимаете? Поэтому, а с настоящим очень трудно. Очень трудно, как болезненно люди переживают, допустим, разрыв там с любимым человеком, да? Распад семьи там или что-то. Может быть, 10 лет пройдет, и они скажут, боже, какое счастье, что я там... что у меня с этим человеком ничего не получилось, что у меня теперь есть другая семья, которая на порядок лучше, чем была та. Но это же надо пережить, это же надо попасть вот в это состояние как-то. Так что сложно. Есть такой анекдот, как, ну, так из советских времен, когда спрашивают Брежнева, говорит, скажите, говорит, ну вот как же так, вот при коммунизме у людей все будет там... А вот мы при социализме движемся к коммунизму, а у нас все плохо, того нет, этого нет, этого нет, там продуктов не хватает. Он говорит, а в дороге никто кормить не обещал. Понимаете, так вот, к чему я говорю, в дороге, в жизненном пути, как бы в жизненном раскладе, когда ты движешься от цели к цели, никто кормить не обещал, понимаете, пока, чтобы отказаться от какой-то цели сознательно и поменять ее на другую, вот это переживание, это драма, это здоровье люди теряют и все что угодно. Поэтому очень важно, как бы, ну, очень важно пройти безболезненно это все. Потому что когда ты отказываешься от чего-то, или наоборот, когда берешься за что-то, важно не заболеть. Вот парень спрашивал недавно, мы разговаривали, что вот он сцепить зубы и идти вперед, когда тебя никто не понимает. Стресс. Да все же от стресса, понимаете, все проблемы от стресса. Поэтому в той мере, в какой ты просто делаешь что-то, делай с удовольствием. Если с удовольствием делать не можешь, может быть, и не надо делать. Понимаете? То есть она говорит, а пойти ли мне учиться, стать ли мне штурманом. Проведите расследование этого дела. Там по форумам, может быть, в LinkedIn или там ВКонтакте. Там найдите каких-то людей, которые работают и там на контакт. Выйдите и поговорите с ними, пообщайтесь. Пусть кто-то покажет этот путь. Да, потому что... неплохо бы знать, как бы, да, что реально возможно, что нереально, что невозможно, как лучше это сделать. Вот, это же не прямолинейный здесь ответ. Но дальше определитесь. Вот, и можете ли вы с радостью идти этим путем, или вы все время будете мучиться, все время будете себя спрашивать, а правильно ли я пошла, оно мне было нужно, может быть, я зря и так далее. Это ужасно. Это ужасно. И не говоря о том, что вряд ли вы дойдете до конца, просто время потратите и настроение себе испортите, и все такое. Но
физическое состояние человека нехорошее. Надо делать, может быть, сколь угодно трудно, может быть, сколь угодно стрессово, но радостно должно быть. Вот каждый день надо радоваться. Если это не то, что ты делаешь, вот, чтобы каждый день радоваться, может быть, не надо делать, надо, может быть, еще что-то искать другое. Вот, я бы на этом закончил, и я очень надеюсь, что Светлана, ну, как-то найдет способ в своей жизни связать то, что у нее есть, и вот эту любовь к морю, которая, видимо, относительно недавно в ней появилась, и семью, и ну все, что человеку для полноценной жизни надо. И, в общем-то, я не сомневаюсь, что среди людей, которые работают в море, есть масса абсолютно замечательных, совершенно реализованных людей, жизнерадостных, счастливых и так далее. И вот, в общем, это совсем даже неплохо работать с морем. Там мы все испытываем некоторый пиетет по отношению к мужественным людям, которые там уходят от привычной, как бы, нам суши куда-то в такое зыбкое, непонятное, там и ограниченное в пространстве. И, в общем-то, и риск известный существует. Мы знаем, что люди гибнут. Так что я желаю Светлане всего самого лучшего. И пусть у нее все мечты сбудутся в хорошем смысле. И без стресса, и чтоб она с удовольствием все это делала. Вот на этом мы и закончим сегодня. Счастливо!